рамках подготовки к реформе в администрации района регулярно проходят совещания, на которых порядок взаимодействия с региональным оператором разъясняют управляющим компаниям, руководителям учреждений здравоохранения и образования, председателям СНТ и ДНТ, жителям частного сектора. В этот раз пригласили представителей домовладений и товариществ жильцов из сельских поселений района. Им еще раз напомнили, заключить договоры на вывоз мусора с региональным оператором «Хартия» необходимо не позднее 1 января следующего года, так как ранее заключенные договоры с другими операторами к тому моменту действовать уже не будут. С 1 января в соответствии с законом Российской Федерации по Московской области разделена по кластерам и в каждом кластере, да, разделенном, значит, есть мусоровозчик. У нас возчик «Хартия». Тот, который будет обеспечивать вывоз мусора с нашего Щелковского муниципального района. На встрече с жителями отмечалось, что нововведение призвано в первую очередь навести порядок в сфере вывоза мусора, стать эффективным способом борьбы с недобросовестными и нелегальными мусоровозящими компаниями.